Привет, друзья! Я приветствую вас на своем канале Tattoo35Rus. Меня зовут Кузнецов Сергей. Канал о художественной татуировке и не только. Сегодня видео для мастеров, для тех, кто осваивает этот вид ремесла. Я покажу упражнение на ровность контура. Это не совсем упражнение, это татуировка. Однако она помогает отрабатывать ровность начертания линий в труднодоступных местах. Работа уже была начата ранее. Я показываю, можно сказать, продолжение, самые труднодоступные места. Отрисовываем линии ручкой. Ошибиться в этом случае у нас возможность есть. Если что, можно подтереть и перерисовать. Однако стараемся провести линию на раз, так как мы это будем делать тату-машинкой. Когда кожу натягиваем, не всегда видно то, как будет выглядеть рисунок при свободной коже, при отпущенной. Поэтому после того, как нарисовали, всегда проверяем с разных ракурсов ровность линий. Машинку для контура на данном виде я использую Time Machine. G2. Когда-то я использовал ее для теней, потом она много лет валялась без дела. Ну и на каком-то этапе я постарался ее перенастроить для тоненьких контуров. Игла стоит 7RL. Краска Nocturnal Super Black. Там, где уже мы уверены, на небольших, может быть, где-то участках, пробиваем прямо без отрисовки ручкой. Вольтаж около 9 вольт. Снимаю видео без помощника, к сожалению. Ну и поэтому извиняюсь, что часть видео закрываю рукой. И на видео видно, что я не совсем естественно подгибаю руку, потому что хочу, чтобы было видно то, что я снимаю, но не всегда это получается. Но в целом, я думаю, принцип ясен данного упражнения. Причем очень хорошо проверить, получилось у вас или нет выполнить упражнение. То есть, если клиент вам разобьет лицо после, ну, после проведения данного упражнения, если что-то не так, то значит, ну, берем, тренируемся на бумаге, там, я не знаю, или без пробития машинкой. Если же клиент остается довольным и счастливым, значит, все более-менее в порядке. Данный сеанс, ну, занял в реальности пару часов. Сейчас будет показан результат после этого сеанса.
на этом же сеансе мы сделали тени, сделали закрас. Ну вот так у нас получилось. Ну вот, на сегодня все. Если это видео было полезным, оно вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до встречи в новых тематических видео, в новых рубриках. Скоро будет много-много интересного.